У нас ох, сегодня... Ты, твою мать. У нас сегодня дел прямо день грандиозных дел. У меня дошли руки до ворот, до покраски. А черный, конечно, темнуша. Не нравится ему это ужасно. Темнуша, иди сюда. Черный. Ну, барбершоп, чего ты? Вот как вот его стричь. Толстяк. Значит, так бороду придется пожертвовать. Будешь без бороды. Там колючек, чего там только нету, господи. И зубов-то нету половина. Блин, аж до губы. Смотри, что творится. Одни колючки. Я даже боюсь, чтобы кожу-то не цепануть. Ну, чернуха, у тебя начинается новая жизнь. Все сучки твои теперь. Слушай, обреченно завалился. Да, 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 да. Понял, выхода нет. Буду лежать. Сейчас мама сделаю модную стрижку. Руки мастера. Да, ни разу не стриженный за жизнь. Ой, как он мне нравится. Да, блин, машинки нет уже ж. Под машинку-то было бы проще, конечно. Да, мне кажется, не возьмет машинку. Не возьмет. Мы своей сколько пробовали всех. Близняк. О, правильно, давай. Давай, разворачивай. Давай. Дергаемся. Так, ладно, потом покажу вам. Результат. Да, результат, что будет. А я вот взялась за ворота с калиткой. Ну, ужас, конечно. Ужас. Будут теперь вот такие желтенькие. Цвет, конечно, не очень, но это у меня просто краска осталась от ремонта. Ну, все поприличнее будет, а то я прям смотреть на них не могу. Вот, так что мы сегодня... Даем стране угля. Мелкого, но много. Выдержал, опять камеру взяла. Лежит вот этот прохвост. И даже и не дергается практически. А у меня что вытворял? Черный. Вы посмотрите, какая у него эротическая нога бархатная. Оказывается. Молодец. Среди грязной шерсти. Такой буду. Ой, даже не представляю, какой ты голый. Вот практически пол собаки осталось. Лежит. Столько волосней. Я говорю, как барана. Так, ну что ты не говоришь, он проснулся. Ай, Катя не его гладит, а он засыпает. Так, ладно, пойду я отмоюсь от краски. Достали сегодня чумазый бассейн. Но он не держит нифига, чего-то у него. Качали, мальчишки качали, хотели уже его мыть. И я говорю, нет, подождите. Мягкий становится. Проколотый, видимо. Жалко, конечно. Ну, что делать? Ну, мне вот осталось завтра. Что по второму разу покрасить, что где подкрасить. Залезть он повыше. Но все-таки, ну, по сравнению с тем, что было, понятно, что ворота, они старые, им лет не знаю сколько. Но так хоть повеселей как-то.
Так, конечно, их менять надо, но мне уже ничего менять не хочется. Вот так вот, недостриженный, все в шерсти, не хочет больше. Ну что ж, так и будешь ходить? С одной стороны стриженный, с другой нет, но... Люди-то испугаются на улице, сейчас увидят тебя. Скажут, что это? А может, он просто в туалет хочет? Да куда я говорю, может, он реально ходит. Кабася, а чего? А ты идешь со мной пободаться? Да. Так, уже в наморднике. Уже силой. Ну, не хочет. Ну, устал. Надоело ему, конечно. Mm-hmm. Его никогда в жизни не стригли, а тут на тебе. Долго еще так. Я что хочу сказать, он не пытается. Он вот пытается на руку взять, но вообще не кусается. Ты мой хороший, морду завязали. О, демоны. Демоны. Терпи, малыш, терпи. Понятно, прожил всю жизнь, никто никогда не стриг. А тут скажут, такие хорошие, хорошие, а вон чего мучают и мучают. А что вытворяют, да? Черныш, а ты думаешь, им вот надо столько часов с тобой тут вот это? Ну? Работа. Нравится, скажи, случай. Не знаю, что удовольствие получают, а я тут страдаю. Такая морда смешная, вот там завязанная. Так, вот как-нибудь повернусь, чтобы аккуратненько. Ну-ка, ага. Давай, давай, давай. Не бойся, нет. Черныш, чё ты, блядь? Я тебя сейчас выгоню. Тихо, Черныш, всё. Тогда ты его стрижешь. Миленький ты мой. Всё, ты молодец, ты умница. Ты против шерсти стриги. Не оттягивай ее, просто ножницы стриги. Лапу выпрями и против шерсти стриги. Ну, перетерпи разок-то. Ну. Он, может, сбегал на улице, скажет, как-то странно себя чувствует. Да. Что-то не то, да? Одна сторона какая-то лысая, а другая родная, лохматая. Ну, постричь, черненький. Ты уж терпи, терпи. Ты что, сопереживаешь так? Да. Что даже голос подает. Коба. Ничего, ему хорошо будет. Кабася, привет, моя радость. Привет. Что он здесь такое? Да, он как-то даже не уходит. Он так прибежал, Люба. Скажи, что делается? А что, всех втригут? Вот ты мой хороший. На маникюр, педикюр. Ну что? Так. Да, вон какое дело-то оказалось многочасовое. С побегами, с вырываниями. Начали. Сейчас время 8, а начали, наверное, в 5, что? Ну, с перерывом, ладно, ох, тяжелая эта работа из болот тащить бегемота или черного стричь. Ну, осталось что, вот этот кусок и все? Ну, вот этот, еще лапа маленькая, еще тут он грива. Ой-ой. Доделок. Да, пилятся нафиг.
ноги у них кожаные. Кого это было? У Задорнова, что ли? Вечерело. Угу. Меркалось. Меркалось. Это же влекущий. Как у мужиков под мышкой на ноге. Нет, он хочет полностью. Вы уже у дверей его стрижете. Он уже все, ему устал. Чернуша, черненький. Не хочет поворачиваться. Все, на всех Господи. Обиделся. Конечно. Какая была собака, лохматая, толстая, красивая. Не, ну, у него попа и так как бы. Нет, да понятно. Я бы разве сейчас такой черненький. Даже не оглядывается. Чернуш. Чернуша. Идите, дайте все. Чернуш. Смотри ты какой. Вообще как салон. Ира подметает. Тут да его, молчи. Тут его кормят, стригут. Ну просто. А он обиженный. А он обиделся. Сейчас мыть пойдут еще его. Ну он просто, ну для него это непонятно. Да. Все это для него странно. Да, и он столько вот это лежал. Ну да, 3 часа. Принудительно вот это все. Ничего, зато как тебе легко-то теперь будет. Да. Все, волотем? Да. Шампунь там? Волотем. Шампунь сейчас дам. Подождите, подождите. Надо открыть эту. Вот, сы, вот, это, вот, открыть вот, душ. Вот. Что, он закрыт? Не похоже на чада. Пошли, что ты делаешь? Помывка. Так, сделано. Мы пошли. Так, не оправдал несите, надежд бассейн. Несите. Пошел на помойку. Все тут, все. Кабаська. Он прям так сидел, смотрел внимательно, как его стригут. Сказал, что делают-то? Измываются над животным. Слушай, даже не гавкает. А как он гавкать-то будет? Он на морднике. Ну. Сейчас стресс. Он стоит, либо. Так он, у него стресс такой, что... Мне кажется, у него сил уже нет. Кто это собака? Чернуша. Чуренькой, где эта лохматая псина? Спасибо, Катюш, тебе огромное. Сама вся мокрая, шерсти. Чернуш, Чуренькой, ты как какая-то овечка молоденькая. Зайка моя. Совсем другой, да? Да. Ну. Его надо было с одной стороны постричь, с другой нет. Ну, здрасте, кто ж такой? Я типа вот, встал. Как разница? Да. Черный. Скажи, отстаньте от меня, дайте вытереться от этой воды. Он так воду боится, для него, конечно, стресс. Ну вот. Нет больше той грязной, черной, лохматой собаки. Да. А я... Не узнают теперь тебя бабушки на остановке. Кабась не уходит, наблюдает. Коба ведь не уходил. Обычно убегает сразу, а тут нет, наблюдал за процессом. Ой, стал! С
Ну, мальчик. Он реально помолодел. Ну, как щенок. Смешной такой. Черный. Ну, работа проведена. Черный. Хороший пёс. Чистенький. Хороший, чистенький. Говорит тебе, как хорошо. Пахнет вкусно грейпфрутом. Ой, как, какой хороший пёс-то. Правда? Ну, а чего? Прям пахнет грейпфрутом. Намыли его. Не совсем. Больше рыбы. Больше рыбы. Ну, погладь его. Ну да. Он чистый теперь. Он мокрый. Он очень чистый. Как, мне кажется, он каким-нибудь печенькой или кренделем пахнет. Это просто. Теперь, Люба. Прилично. Спасибо большое. Да, это... Дали? Вот-то я сейчас вывалюсь-то. Вот так вот. Ну ладно, дело сделали. Ой, морда уже грязная. Весь в песке. Все, хорош. Все как надо. А если выпустить его туда, он в мульке бы и скатался. Да, конечно.